Итак, на основу сегодня в среду 31-го вышло обновление. Патч 11.1. Обновление 11.11 уже доступно на тестовом, так, это на тестовом неделю назад. Завершение 10-го сезона. За 10-й сезон нам дали вот такую мираду интересную. И кто с бриллиантом и выше закрыли, им дали вот такой вот парашютик. Очень интересно. Вот. Далее. Изменить таблицу, это неинтересно. Это не то, не то, не то. Так, вот, самое интересное. Возвращение Парама. Парама вернули. Это, кстати, очень-очень хорошо. Также на Параму теперь будут доступны как ТПП, так и ФПП. И режимы соло, дуо и отряд. То есть, в принципе, раньше, когда у нас Парама была открыта, был только сквад, а вот теперь соло, дуо и отряд можно будет бегать. Так. Увеличен, ну, дроп, то есть чаще будет летать вертолет и тайная комната чаще будет открываться. Также с возвращением Парама карты Каракин и Хейвен удалены. То есть Каракина теперь не будет и Хейвена тоже. Ну, в принципе, Каракин жалко, а Хейвен как-то не очень таки зашел многим. Обновление баланса оружия. Кстати, вот самое интересное. То, что чаще всего используемое оружие Берил М416 SLR. В принципе, использовали одинаково, но в ранговых они заметили, что чаще всего используют типа Берил и SLR. И они решили типа немножко снизить, чтобы был баланс. То есть брали и М416, и мини, и т.д. и т.п. У мини они увеличили урон на единицу. Мне кажется, сейчас будут все с мини бегать. Вот серьезно, поверьте мне. Потому что минька и так сильная была, потому что отдачи у нее практически нет. Теперь еще урон увеличили. Это, ну, в принципе, круто. Далее увеличен урон ВСС на 2. Что, в принципе, тоже капец как. Потому что частенько с ВСС-ки сбривают. Ну, я не думаю, что это будет какой-то основным оружием. Это будет просто, ну, по фану, грубо говоря. У Скорелли увеличили урон на единицу. Теперь Скорелька снова превосходит миньку, ой, М416. Поэтому если вы видите, у вас стоит выбор либо М416, либо Скорелли, вы берете Скорель. Однозначно. И у СЛРки они горизонтальную отдачу повысили на 15%. Офигеть, теперь оставать не так сильно будет. И снижена скорость стабилизации отдачи с 2.1 на 1.9. В принципе, на 0.2. Но тоже, в принципе, роляет капец как. У Берила они величину горизонтальной отдачи повысили. Теперь снова отдача будет у Берила, как старая. В общем, вернули назад все. Повышена скорость горизонтальной отдачи на единицу. Тоже теперь у вас будет... Ну, короче, заново вам надо будет привыкать к этому, ко всему. Поэтому заходите на тренировку и подстраивайте снова. Скорость вертикальной отдачи повышена на 1.5. В общем, они увеличили отдачу капец как у Берила. Поэтому теперь снова... Ребята, которые научились с Берил только что зажимать, у меня для вас плохая новость. А вот, еще самое интересное, новую способность добавили, спасательный шар. Вы находите этот шар, вызываете его на открытой местности, у вас этот шар поднимается, пролетает самолет, зацепляет этот шар, и вы до 4 человек можете прицепиться и перелететь на другой конец карты, либо в центр зоны. Что, в принципе, тоже интересно, попробуем сегодня, посмотрим, что это такое. Ну и, соответственно, вы десантируетесь и на парашют открываете и летите вниз. Медали за мастерство теперь можно будет прикрепить, кто делал, то есть похвастаться. Ну и, в принципе. Интерфейс немножко поменяли, сделали поприятнее. Ну и теперь будет матч-лог, то есть вы можете посмотреть, кто когда кого убил, во сколько. То есть, в принципе, это тоже круто. Этого не хватало. То есть это как киллфит, только на полный экран больше. Ну, даже по кругам здесь. Типа, кто в первом кругу кого убил, кто в втором, походу. Не знаю, тоже сегодня посмотрим. Вот, ну и только в королевских битвах будет это доступно. Лога, я так понял, что в ранговом это... В ранговом не будет доступно. Ага, не поддерживается в ранговых. То есть в рангах нельзя будет посмотреть полностью, кто кого убил. Вот, ну и... В принципе, обновили дизайн немножко джекоинов. Сейчас посмотрим это все. Качество игрового процесса. Накладка на эмоций отображает максимальное количество участников. Так, тут
Ну и все, в принципе. То сейчас скины еще посмотрим. То есть вот все 4 комплекта, которые они добавят, еще дешевый вид, какие-то набор хиппи, набор любовь всегда, дешевый наряд. Аэроплан будет, скин на аэроплан и на гидроцикл, и 2 эмоции. Опять же, победные танцы. Они сейчас, кстати, это капец как вводят. Очень интересно. Вот, ну и набор модный берил, золотая обшивка и серебряная обшивка. Вот такие вот будут интересные у нас берильчики. Так, ну что ж, пойдем посмотрим тогда сейчас по скинам, что там есть, что интересного, что неинтересного. Итак, давайте сначала зайдем в магазин, посмотрим, что они там с джикоинами. В принципе, все как было, все так и осталось, не знаю, как по мне. Итак, добавили несколько... Нет, не несколько, где-то около 6 новых патч скинов, да, паками. Набор без обязательств, это какой-то Пиноккио. Без анимации, без всего, блин, кафес. Во что превращается эта игра, ё-моё. Ну ладно, окей. Ну вот, в общем, такой будет, интересный. Кому интересно поиграть за бревно. Набор безумия. Типа снежки какой-то, не знаю. Гномиха какой-то, блин. Ну это капец. Ну это все какое-то, я не знаю, фэнтези, блин. Зачем это вводить, не знаю. Игра вроде такая серьезная, шутер. А вводят какие-то фэнтези скины. Ну это больше для детей, мне кажется, что-то делается. Так и то, откуда у детей деньги, да, там покупать. То есть он 15 баксов стоит, получается. Ну фиг его знает. Такой набор лист. Маркиз де Лис. Так и рифма просится наружу. В общем, вот такое. Набор шут гороховый. Это сразу патч на оружие. То есть вот такое вот оружие. Интересное. Скин на кар. И, кстати, прикольный. Такой размазанный, расплывчатый. Интересный. Далее скин на СКС. Какой-то лего. Капец. Что это такое? Ну, в принципе, прикольно. Типа со вставками даже, да, походу? А, нет, не со вставками. Это будет просто, типа, раскраска. То есть у вас вот эти части не будут выпуклыми, грубо говоря. Не будут. А сделали бы выпуклыми, было бы прикольнее, да? Вот такой скин. И скин вот такой вот на коллаж. April Fools. Понятно. Все животные, которые ржут, видимо, над этим же скином. И над новым обновлением. Даже все животные поржали над этим новым обновлением. Не, ну в принципе то, что они сделали внутриигровое, это прикольно. Вот, все эти скины можно купить как отдельно, так и вместе. И добавили скины на машину, которая на санке у нас спавнилась, с какими-то тоже непонятными. Пупк старт, ну типа Марио какое-то. Не знаю, в общем 2D изображение какое-то, не знаю, тут ребята с квадом, короче, собрались. Дракон какой-то. Вот, и такой на скутер скин. Ну, а скутер, в принципе, прикольный скинчик такой еще. Ключик даже есть, это прикольно. Вот это прикольно, но, опять же, мало кто пользуется, ну, мало спросом пользуется этот вид транспорта, поэтому не знаю. Это просто, мне кажется, как для коллекции. Ну и добавили еще победные танцы. Сейчас чихну. Ой, капец. Какое же... Говдо. Будь здоров. Так, и вот такой победный танец добавили. Угу. Ну, короче, больше прикольно. Ну, типа, это прикольно, реально. Вот мне понравилась эта идея с этими станциями. Я не буду врать. То есть, ну, реально прикольно, можно присоединиться, и прикольно, когда ты смотришь, ребята там танцуют синхронно. Ну, это реально прикольно, это заводит. Ладно, дальше вставим, что там у нас по этим, по новым изменениям там, по этому, по всему. И я думаю, что, в принципе, на этом ролик закончится. Поговоря, нашли мы этот спасательный шар. Вот так вот он выглядит. Блин, ну так-то прикольно, конечно, интересно. Давайте посмотрим, как он работает. Так, мне сказали, что его нужно запустить на открытой местности. То есть, мне нужно подбежать сюда, зацепиться. Блин, ну так-то прикольная тема. Давайте посмотрим за ним. Так, вот так вот я его разворачиваю. Блин, прикольно. Метеостанция пошла. Капец. Прикольно.
Слушайте, а мне нравится эта тема новая. Мне реально она нравится, капец. Так, и чё, как мне зацепиться? А, вот крючки появились, да? Да. Все, я зацепился крючком. А, я еще и могу двигаться, типа. А насколько я могу отойти? Так, все, он цепляется автоматом, да? Так, сейчас должен самолет. Вот мой самолет летит. Го. Блин, прикольно слушать вообще. Сейчас что-то интересное. Там говорят, типа, от третьего лица должно быть. Ну, типа, просмотр. То есть ты не от первого будешь лететь, а от третьего. До прибытельного спасательного самолета 10 секунд. Кстати, уведомления тоже приходят. Так, я зацеплен, зацеплен. Все, подхватил. Блин, прикольно. Офигеть. Что-то прикольное реально добавили. Офигеть, я супермен просто. Еба. Блин, прикольно, офигенно просто, реально. Реально офигенно. Вот это мне нравится. Вот это реально круто. И полезно, главное. Реально полезно. Блин, прикольно. А как он его там зацепил? Они его поймали, что ли? Так, ну все, я отцепился, типа, и полетел. Куда хочу. Блин, вот это реально прикольно. А, тут еще и разбиться. А, нет, он сам открывается. Короче, ну понятно. Блин, прикольно. Вот это реально офигенно. Вот это мне нравится.